Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Сейчас на мужа навалилась судьба. И он на все очень эмоционально остро реагирует. То есть так, чувствительным очень стал. И да. Мой вопрос в том, что как я могу ему помочь, что мне нужно делать, чтобы... Отодвинуться чуть-чуть, потому что когда человек горит, он обжигает. Отодвинуться чуть-чуть. Всегда, когда нарушаются внешние отношения, нужно всегда дистанцироваться чуть-чуть. Не сильно, не уезжать куда-то, чуть-чуть дистанцироваться. То есть не слишком прояснять отношения. Чуть-чуть дистанцироваться и начать молитву. Во время этой молитвы будете сильно им помогать. Когда отношения трудно строить с помощью слов, человек не должен продолжать это делать дальше. Он должен углубиться в себя и начать молитву. И просто знаки любви давать близкому человеку. Заботиться о нем, улыбаться, но не общаться. И молиться, пока сердце не успокоится. Надо знать всем людям на земле, что пока сердце не успокоилось, вообще ни с кем нельзя общаться. У тебя сердце не успокоилось? Молись. Успокоилось? Общайся. Если у тебя есть гнев, сердце, напряжение, усталость, трудности какие-то, общаться нельзя, потому что в это время ты разрушаешь отношения. В молитве приобрел счастье, успокоился, после этого общайся.